Хочется поделиться рецептом тайского сладкого чили соуса. Для этого нужно взять 3 зубчика чеснока, я уже заранее почистил, и измельчить блендером. Затем возьмем 3 острых чили перца. Почистим, при этом семечки из перца не удаляем. Порежем и отправим вслед за чесноком. Добавим 50 грамм воды и измельчим его, но не сильно, чтобы остались небольшие кусочки. Полученную смесь переместим в небольшую емкость. Добавим 100 грамм сахара. Сто грамм воды, половину столовой ложки соли, перемешаем. Добавим 50 грамм уксуса, он у меня обычный, 9%. Доводим до кипения и варим 3 минуты на слабом огне. В отдельной посуде с 50 грамм воды смешиваем 1 столовую ложку крахмала, неважно какого, у меня в данном случае кукурузный, и добавляем едва кипящий соус небольшими порциями, интенсивно перемешивая всю смесь, избегая образования комочков. Варим еще примерно 3 минуты. Как только соус начнет густеть, снимаем его с огня. Перекладываем в банку. Как только остынет, убираем в холодильник. Этот соус наиболее подходит креветкам, курице, гриль и рыбе. Приятного аппетита!